успеем! И всем привет! Сегодня Гриша и Варя с вами, и мы будем смотреть немного истории Overwatch. Отлично получилось. Смотрим. Да. Тридцать лет назад омники развязали войну. Overwatch остановил восстание машин. Мы стали главной опорой человечества в борьбе за мир и процветание. Все знают, что Overwatch распустили. Половина подалась наемники. Люди решили, что обойдутся без нас. Нас объявили преступниками. Разрушили нашу семью. Папа рассказывал, что после стольких лет службы вас... Вы отдали Overwatch все, а вас просто забыли. Настоящая жизнь — это не сказки нашего отца. Ты глупец, если не понял этого. Быть может, я глуп, если до сих пор верю в тебя. И все же я верю. Люди, роботы, я вижу наше будущее. Люди и омники едины. Второй раз турнир. Война между умниками и людьми уже унесла более 15 тысяч жизней. Но оглянитесь! Нужно действовать! Нам нужно действовать! Тебе открыт дивный новый мир. В твоих силах сделать его лучше. Уинстон, я так соскучилась! Смотри, это же трансляция на аварийной частоте Overwatch. Важно другое. Банда снова в строю. Позвали меня, но нужна им ты. Я услышал зов. И я приду. Это мой долг. Противник развивается, становится сильнее. Мир вновь меняется, Ханзо. Пора выбирать, на чьей ты стороне. Мы должны снова спасти мир. Мы нужны этой планете, как никогда. Кто со мной? Я Уинстон. Я с тобой. Прикольно, они специально подогрели перед вот этим роликом, который мы посмотрели вчера. Почти много моментов было, как каждый пришел туда, заметила? Да. Райнхард такой: меня позвали, я должен ответить. Он пришел с Бригиттой. Так прикинь, я даже не знала, что она там в ролике. Не, ну я-то знала, что... Я не знала. Но сам факт, что они пришли. Мэй, такой: кто со мной? Я с тобой. Я с тобой. Он дозвонился к Трейсер, и она пришла. Мир снова меняется, мы нужны ему, Гэнзи. Такой: я иду туда, ты должен пойти со мной, ты мой брат. Они как будто бы сделали так, что подводили всех к тому, что они придут. И это круто. Да, так это главное. Ай, надо было посмотреть этот ролик перед синематиком, да? Так они так выставили. Они выставили сначала большой синематик, потом этот ролик. А потом игровой. А потом игровой. Да. Мы так и посмотрели. Да, Overwatch супер. Вселенная Overwatch очень-очень-очень-очень клёвая. По крайней мере, именно ее истории, их вот это вот становление их героев. Хотелось бы всегда видеть ее развитие. И хотелось, может быть, даже посмотреть бы какой-нибудь мультик или фильм по Overwatch. У нас заканчивается батарейка, поэтому этот ролик будет супер короткий. Мы на этой точке с вами заканчиваем. На этой нотке. На этой точке, Гриша. Пока-пока. Пока.